Хорошо. А как будете топать ножками? А как, если, конечно, понадобится, будете громко-громко кричать? А еще громче! Хорошо, а как топать, хлопать и кричать? Отлично! Ну а как же будете вы сегодня мамочек в щечки целовать? Вот, замечательно! Ну а как будете крепко обнимать папочек? Молодцы! Ну и последнее. Как нужно вести себя в театре? Можно бегать и прыгать? Нет! А как нужно сидеть? Тихо! Молодцы! Я вижу, что вы готовы. А ваша помощь смешарикам понадобится вот почему. К нам едет таинственный гость. Все смешарики волнуются, готовятся. Давайте же посмотрим, как они подготовились ко встрече с таинственным гостем! Сюда несите, сюда! О, май гад! Десятый раз же! Ничего, десятый раз! Ёжик, он не успокоился! Что ж вы делаете, безобразники? Я...